МФЦ налево, почта направо. В поселке Свердловский центром госуслуг теперь стало больше. Новое здание открыло свои двери в шаговой доступности для жителей микрорайона Лукино-Варина. Мероприятие очень значимое для Щелковского муниципального района, потому что микрорайон у нас новый появляется. И, конечно, с этим появляются новые потребности у жителей. Как исполнительная власть, конечно, для нас очень важно мнение жителей. И те вопросы, которые поднимаются, мы стараемся очень быстро их решать. Записать детей на очередь детский сад, запросить НИЛС, подать документы на оформление собственности, получить загранпаспорт и лицензию на индивидуальное предпринимательство. Более 300 различных услуг жители микрорайона могут запросить в удаленном окне МФЦ. Уже почти полтора года работает центральный многофункциональный центр в Щелкове на улице Свирской. Удаленные окна открыты во всех поселениях района. Теперь дорога стала короче и для жителей Лукино-Варина. Офис МФЦ переехал с набережной 8 на улицу Алексея Короткова 5. У меня самое хорошее впечатление, потому что это исполнение тех наказов, которые дают жители. Жители, обращаясь к нам, неоднократно говорили, что им нужно новое помещение почты, что им нужно обязательно, ну сейчас это идет в рамках выполнения и всех направлений, это стратегия губернатора, это открытие окон многофункционального центра, ну и плюс в этом же здании будет открыто отделение Сбербанка, чего очень долго добиваются жители городского поселения Свердловска. Офис может обслуживать до 30 человек в день. По словам властей, этого достаточно не только при нынешней нагрузке, но и с учетом дальнейшего роста населения. Работает удаленное окно многофункционального центра 5 дней в неделю с 9 утра до 5 вечера с часовым перерывом на обед. Я рад, что сюда перенесли. Удобно, светло, просторно. Вот. Да, конечно, не хватает терминала для госпошлины. Пришлось ездить в Щелково, но со временем, думаю, все разрешится. В ближайшее время он установится, конечно, сроки сказать мы не можем, это зависит не от нас. Это от тех банков, которые готовы поставить. Отсутствие терминалов, как обещают, вопрос времени. Некоторые пожелания жителей исполнились уже сейчас. По соседству с окном МФЦ открылось отделение Почты России. Наши услуги действительно настолько востребованы, да, что к нам действительно идет трафик. Мы с этим пытаемся работать, мы создаем, выделяем определенные рабочие места. Да, вот сейчас нам в помощь действительно многофункциональные центры создаются. Да, идет разгрузка этого трафика, мы выделяем, разделяем потоки юрлиц и физлиц отдельно. Планируется и открытие отделений банков, о которых также мечтают жители. Все необходимое в ближайшем будущем должно прийти в полную боевую готовность. Марина Позднякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».